Кас? Да, автоответчик. Опять. Мы же предупредили его про Чака и Лилит, а... Что мы можем еще? Он должен был уйти. Бог должен был уйти. Да. Получается, мы все еще заперты в его лабиринте, да? Еще и Лилит вернулась. Он решил заново переиграть наши лучшие хиты? Тогда почему бы просто нас не убить? Это не то, чего он хочет. Лилит сказала, что у Чака лишь один любимый финал. Ты убьешь меня или я тебя? Что? Да. Но этому не бывать. Дин. Мои сны, видения, неважно, заканчиваются одним и тем же. Мы убиваем друг друга. И ты только сейчас об этом говоришь? Я думал, у меня какой-то посттравматический стресс, но... Что если нет? Что если я как-то вижу концовки Чака? Всякие разные. Как это возможно? Из-за этого. Я ведь тогда стрелял в Чака не пулей. Это была частичка меня, так? Возможно, из-за этого возникла какая-то связь. То есть, что если... Ну, не знаю... Я вдруг могу заглянуть ему в голову. Я думал, что все закончилось. Мы справились. Мы свободны. А теперь... Что нам теперь делать? Так и бегать дальше, как белка в колесе до самой смерти. Или пока не наскучим ему, и он не убьет нас. Или сражаться. С Богом. Без оружия. Это же Бог, Сэм. И он играет нами. Как мы можем противостоять Богу?